Все больше алматинцев выбирает товары отечественного производства. За две недели действия республиканской акции «Сделано в Казахстане» продажи выросли на 30%. Местная продукция с цветными ярлыками появилась еще в нескольких торговых сетях мегаполиса. Тему продолжит Айерке Ермек. За две недели масштабную акцию «Сделано в Казахстане» поддержали уже 10 крупных супермаркетов мегаполиса. Местная продукция с ярким логотипом занимает специальные секции. Такие таблички нельзя не заметить. Более того, алматинцы хорошо знают о новой акции и активно ее поддерживают. Шоколад я покупаю отечественный. Ну, мясо, естественно, там молочную продукцию, твороги, там, сметану, молочную продукцию. Я покупаю продукцию казахстанскую, в основном молочную продукцию люблю казахстанскую. Кефир, молоко, творог, сметану. Но я считаю, что это очень полезная акция, правильная акция. Действительно, надо наших отечественных товаропроизводителей поддерживать. В течение дня полки с теперь уже узнаваемым логотипом, разработанным местным акиматом, появились еще в нескольких торговых домах. А в этом супермаркете акция проходит больше недели. Продажи казахстанских продуктов за это время увеличились сразу на 30%. Такого успеха не ожидали, признаются представители магазина. Своя маркетинговая работа без вмешательства государственной рекламы обеспечила бы рост продаж лишь на 10%. Интерес у клиентов достаточно высокий. Продажи в этих категориях повысились. В целом население, конечно, хочет покупать местного производителя, товары местного производства, потому что доверяет этим товарам, знает, что это наше, родное, свое. И мы чувствуем, что это по-настоящему интересно клиенту. Сейчас в этом супермаркете из 19 тысяч продукции на прилавках 4 тысячи произведены у нас. Местный товар занимает 35% всей торговой площади. Сейчас акция работает пока только в крупных торговых точках города, но в планах у властей внедрить ее повсеместно. После проведенного в Астане расширенного заседания с участием главы государства, где был дан президентом призыв по поддержке отечественных производителей, акиматом города Алматы было проведено совещание со всеми крупными представителями торговых ритейла. Нами был разработан единый логотип, единая концепция, и она была предложена для наших предпринимателей. Со стороны предпринимателя был получен положительный отклик, они поддержали данную акцию. По мнению самих представителей магазинов, такой маркетинговый ход в виде республиканской акции уже стала мощной поддержкой для предпринимателей. Возможно, благодаря ей в ближайшее время увеличится казахстанское содержание на торговых полках, а отечественная продукция станет брендом высокого качества и доступной цены. Айерке Ермек, Арсен Цендыбаев, телеканал Алматы.